Всем привет! С вами снова Кокос, и мы продолжаем бороздить просторы в игре Space Haven. Итак, в прошлой серии мы ворвались в сектор уже нашим, собственно, флотом, состоящим из двух кораблей. И, ну, всех там порвали, да? То есть прошлись по кругу. Но вот единственный момент, вот здесь, где мы потратили, разрушили пиратов, да, с помощью пушек, и оставили их там, скажем так, погибать, вот, а разобрали как раз-таки корабль, который взяли абордажем, в том корабле пиратов, вот, слава богу, я туда зашел, потому что там оказалось просто немыслимое сокровище, 24 единицы воды, и это еще не все, было 24 или 26 единиц льда, обалдеть, это было 124 где-то воды, плюс 24, порядка 150, ну 60 я уже потратил, да, тут облетаю все и забираю. Могу себе позволить, как говорится. Так, что у нас по кораблику? По кораблику я тут немного, да, добавил еще один гипердвижок, потому что возникла необходимость. У нас теперь, ну ладно, еще просто не обновилось. Да, я преодолел пунктик в 6400, поэтому пришлось увеличить объем. Вот. Людей я новых не нашел. Я как раз думал, что вот к пиратскому кораблику подлетаю. Думаю, блин, там еще один этот урек, в котором надо будет проверить, убить, не знаю, там инопланетян. И там я найду еще кого-нибудь. Оказалось, это пиратский корабль. Потому что я про него забыл. Вот, хорошо, что туда пришел. Так, немножко отделил всю эту ситуацию. Потихоньку начинаю закрывать стенками отсеки. Вот, например, сейчас вот этот еще сюда сдвинем. И у нас получится еще небольшой такой отсек. Как раз таки для гипердвижков, да? Так, здесь у нас будет доп-вход. Где-то на вот этом расстоянии еще один вход. Здесь поставим еще один вход. Facility. И вот так вот бахнем световые. Чтобы они вдруг не туда запихнут еще и топливную ячейку. Зачем нам это нужно, да ведь? Так, готовимся к прыжку. Погнали. Летим в новую локу. После этой локи у нас будет долгий путь домой. Была идея по поводу того, чтобы взять на абордаж, помириться с ними, да, с фракцией. То есть пакт о ненападении. Опачки. Как здорово-то. Вы посмотрите, какая лока зашибатовская. Всего два корабля. Всего два корабля. И здесь еще вода и энергия. Хотя еще вот два врека. Два врека надо будет исследовать на предмет новых компаньонов. Так, готовимся к прыжку. Надеюсь, тот чувак сейчас не будет ко мне в этот момент прыгать. Так, все челноки, все на базу. Джух. Блин, убегает. Так, слушайте, он идет сюда. Вот этого здесь и подловим. Отлично. Да, тот момент, что высаживаюсь, беру их на абордаж, и после чего заключаю пакт о ненападении, начинаю с ними торговать. У них там просто конские ценники. За 9 тысяч какого-то там, то есть 12 relationship, получить за 12 тысяч кредита, по-моему, пусть они идут куда подальше. Я лучше их просто-напросто разграблю. Так, ну ладно, пока стройтесь, ожидаем прибытия. А, сейчас все равно ночь. Прибытие через 5 часов. Ну, как раз проснутся мои и пойдем на абордаж. Кораблики, везде маркировки корабликов. Ни одной станции не видел. Теперь даже не знаю, есть ли они вообще в игре или нет.
Стоп, 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 стоп. Минутная готовность. Блин, я, по-моему, не отключил, да? Да, Марджери уставшая. Я забыл опять включить навигационку. Так, один есть. Докаешься сюда. Стой. Второй кораблик. Докаешься сюда. Сразу с паузы снимает, зараза. Ух ты! Вот это у меня улетучиваются хпшки. С четырех пушек вроде. Уходишь так, Марджери. Надеюсь, вы задержите хоть немного. Марджери уже уставшая. Ну, Марджери, да, все, сдается. Подкрепление прибыло. Так, драфт. Иди сюда. Сейчас еще Джеффри отлетит. Давайте, наверное, сейчас вот я вам покажу. Возможный вариант. Блин, блин, блин. Вот так вот отлетает. Вот, теперь можно разговаривать. Так. Ну вот. У нас сейчас минус сотня, да? То есть мы договариваемся с ними о том, что да, давайте нам деньги и гипертопливо. И отправьте это все дело нам на корабль. Вот. Потом собираемся с ними торговать. Торговать они не хотят. Да, то есть даже если мы сейчас вот выйдем, возьмем кораблик, он сейчас синенький у нас, трейд у нас невозможен. Они не хотят с нами как бы торговать. И для того, чтобы, например, улучшить отношения, у нас сейчас минус 100, да, мы пытаемся, не знаю, до минус, до плюс 12, 9700 и 40 гиперфойл. Если маленький подарок, 7900 и 29 гиперфойл. Маленький и большой, разница в 3 раза. Ценники вообще просто несоразмерно. Так что мы говорим, идите вы в задницу и объявляем им войну. Вот. Теперь знаете, куда запихивать свои ценники. Так, и все идите... Вообще в бане. Вы теперь заключенные. Так, ты сюда. Это еще мои. Сюда. Иди сюда. Ну, еще чего придумаешь? Так, все. Меняем. Так, надеюсь, Марджери сейчас пойдет спать. Статус. Так, всех, все отменил. Кораблик. Что у вас есть? У вас есть 4. Да не густо. Не густо. Ни воды, ни кристаллов толком у них нету. То есть, ну, ни льда, ни кристаллов. Вода и энергетически есть. Немножко поставим сбор. Всего, кроме софт-скрепа и инфра-скрепа. Меня интересует сейчас вот тот момент... Так, кстати, навигационку убрал? Убрал. Меня интересует тот момент, если я не ставлю софт-скреп и инфра-скреп, что остается от... Ну, то есть от внутренностей. Потому как мне обязательно, чтобы были убраны кухня, движки и... Там что, кислородный генератор? Да, и кислородный генератор. Вот он. Нет, не он. Ну, вот эти еще можно. Пушки, да, щиты. Так, движки убираются, отлично. Движки убираются, это у нас дополнительно. Из них вываливается еще топливо. Вот оно.
Так, у нас дополнительно еще две ячейки. Вот энергоячейки появились. Это где-то, видимо, в станках было или что-то в этом духе. Мне нужно, чтобы еще кухню разобрали. Так, это тоже разобрали. Ну да, вот, энергия выходит из щитов и из этих. Так, так, так. Мне сейчас что-то стало как-то, не знаю, подозрительно. У меня сейчас в команде все тип-топ. Джеффри живой. Дунгар тоже живой. Мне нужно вот на этот корабль. У нас есть медицинский отсек, но здесь нету медика. Точнее, как, медик есть. И это Джеффри. Видите, да, здесь эти друг друга подстраховывают. А в случае с Марджери, то будет, скажем так, не очень весело, если Джеффри просто сляжет. Он будет тупо подыхать на койке. Поэтому туда мне нужен третий человек. Открытая вакансия. Так, ладно, смотрим. Сейчас они пошли спать все. Кстати, не достроили, не допересобирали. Бриз, мой ночной хранитель. Бегает, заряжает все. Бывает, растения поднимает. Так, кстати, по поводу энергии и воды на кораблях. Нормально. Надо периодически посматривать. И вот такого же чувака, желательно как раз медика, да, поставить на тот корабль. Потому что бывает, что ночью энергия кончается, и они без энергии, в холод, без кислорода толком, а они продолжают спать, потому что не успели днем зарядить. Или просто, например, на корабле там не было, и заказ, например, поступает вечером, да, когда понимают, что у них выключилось. Заказ получается сюда, и идут спать. Нужно, чтобы ночью кто-то тоже работал. Так, отлично. У нас там разобрали дверцу. Шипол. Ставим. Да. Ну и немножко света. Мы здесь, здесь и здесь. Кстати, можно попробовать здесь еще свет повесить. Перетащил сюда наш оптроник-фабрикатор, потому что он, оказывается, здесь стоял. Думаю, куда они постоянно бегают сюда? А он здесь за реактором стоял, мне не видно было. Так, еще здесь майнинг, да? Так, что здесь осталось? Сальваж... А, ну еще не все сальважили. Еще кухню вижу, ребята. Подождали бы с майнингом. Блин, уже здесь опять забиваются склады. В случае, например, с этого заказ поступает на энергоячейку под конец дня, Бриса здесь оформит его, он выставит. Но вот этот кораблик прилетит сюда, выложит его, а те спят. А после сна они еще и... А, ну да, все правильно, все правильно. Что-то запаниковал. Навигационка выключена. Что там, другой кораблик сюда не идет? Вон там шастает. На гномский, да, знак смахивает?
Ну-ка смотрим. По комфорту что-то изменилось? Ну да. Эта зона перестала дико туда складывать. Реакторы надо еще спрятать подальше от этого. Потому что, видите, эти, по сути, ничего не излучают. Но из-за того, что они соседствуют с реакторами, получается вот такая ерундень. Шаттл минус 50. Не критично. Вот с генераторы, вот эти хард... Так. Смотрим. Трансфер. Сальваж. Медиум. Ай. Так, ну, стенки уже все разобрали. Блин, мне вот не нравится то, что... Кухню. Кухня у нас за что отвечает? Крю. Фасилити. Это у нас инфраскрэп. И софт скреп. Блин. Шип, мол. Инфра. Скорее всего, придется еще софт скреп добавить. Чтобы они кухню разобрали. Посмотрим, сработает, не сработает. Но для этого надо, чтобы здесь вот эти три пункта стояли ноун. Ребят, хорош тусить дома. Так, ну они замайнили. Нам нужно, чтобы Марджери прилетела. Так, Джеффри, а где твоя напарница? Она деконстрактом классно занимается. Вот она, Марджери. Не боец, конечно. Быстро сдается. Хотя, возможно, она быстро сдается только по причине того, что после навигации уставшая постоянно. Так, я вот еще не вижу, чтобы кухню разобрали. Похоже. Лоу. Так, все. Energy Scrap сейчас где-нибудь еще что-то доберет. Последний, наверное, да? Да, да, кухню так и остались. Значит, делаем как? Делаем Soft Scrap. Но не забираем его. Нам исключительно нужно, чтобы из него вывалилось. Так, вода, инфраскреп. Тела-то почему не забрали? Тела нам на мясо нужно. Мы вдруг еще найдем какую-нибудь фракцию, которая с нами дружит. И попробуем с ней торгашить. Так, гликерия. У гликерии вода кончается. Почему не... Вот. Трансфер. Да, гликерии. Энергоячейки. С энергоячейками что у тебя? 16? Нормально. Сойдет. Ну вот. Он взял и разгрузил. Да, гадай, Марджери. Нет, Джеффри. За телами приехал. Так, Марджери здесь тусится. Блин, у меня два реактора. Почему-то иногда не хватает на этих. Скачки идут энергии. Там четыре генератора. Температура пала. Пала. Из вот этих больших, что ли? 25, 25. Реакторы, фу, генераторы. А
аккумуляторы пусть забиты тоже. Ноль один, ноль один, ноль один. Катник. Странно. Должно хватать всем. Если аккумуляторы это заряжаются. Так, чего здесь добивать-то будем, нет? Они уже спать ушли. Так, мне нужно, чтобы туда прилетел он либо Марджери, либо кто у нас там еще по констракту. Только с другого корабля. Либо Дагмар. Ну, у Дагмара еще прописано ботаника, поэтому первостепенно он сначала с посадочками там разбирается. Вот когда одновременно, да? Электрическая появляется. Так, вот это точно Марджери. Вместе с Джеффри. Кухню, кухню. Народ, мне кухню надо. Отлично. Так, все, кухня есть. Кухня есть, означает, что у нас раз, шесть еды. Это хорошая вещь. Поэтому пренебрегать не стоит. Давайте, наверное, тогда отменим саваж, скрэп уберем. Суть, мне интересует только, чтобы вы все забрали. Отлично. Теперь пойдем сюда. Что, вак все равно нам попадется? Сейчас у нас навигатор еще не прилетел. Восемьсот два движка, там 3200, да? Джамп. Уи! Так, здесь разобрались. Но... да ладно. Пусть он тогда за нами летает. Так, отлично. Энергия. Вода. Все в одном месте. 11, неплохо. Блин, льда не густо. 4. 4. Так, 11. У нас порядка 55 энергоячеек. Нормально. Как раз хватает на обратный путь. С условием ячеек гибернации. Лед. Нас немного забустит. У нас пока 75, пока все норм. Здесь мы только рис собираем, да? А ну, банда, подъем! Хватит там в автоматы играть уже. Еще один незакрытый склад стоит. Эти у нас на режиме больше не пополнять. Ну и разбирать их тоже по одному перетаскивать дикое количество. Вот здесь еще место. Как раз ячейки гибернации туда перенес. Так, все, мы забрали здесь все. Теперь пойдем через вот этот ход. Так, кто не на месте? Показывает, один шаттл не на месте. Давай. Потушишь, нет? Вентиляция.
Плохо. Мне, значит, вот если здесь горит, мне нужно вывести вот в это помещение. Значит, по сути, мне нужно так сделать. Production. Crew ship. System. Нет. Crew. Фурнитура. Нет. Facility. Наверное, wall, да? Wall. Нет. Crew. Life support. Аэровентиляция. Ага, я ее так не выведу. Значит, надо просто сделать как? Wall. То есть мне нужно ставить здесь стену, вот, то есть дверь, здесь закрыть стеной. То есть теперь через эту дверь мы сможем выпускать сюда в помещение, и чтобы скрабер его забирал. Вот вентиляцию перекрыли. Оп. Оп. Все, он потух, потому что кислорода там не осталось. Так, значительно быстрее, чем дожидаться, пока они собирают, придут, начнут тушить, да, дым. Так, нам никто не летит. Ресурсы все собраны. Два шаттла не на своих местах. Точнее, три шаттла. Так. Здесь. Ну, в любом случае, давайте сюда. По круговой пройдем. Так. Здесь, возможно, придется собирать урек, поэтому сделаем поближе. Далеко не летать. Так, сейчас у нас с ночевкой идут, да? Стоп. Не все. Элли. Но нормально. Сойдет. Твоя сонливость там не будет помехой. Цепт. Отключаем навигацию. Слушайте, давайте сразу всех туда. Так быстрее получится. Меньше шансов, что встрянем. Крафт. Баум. Так, давай сюда зайди. Можешь уезжать. Здесь есть кухня. О! Давненько не видела, не видел глазастика. Стоп. Брис у нас без этого, без оружия. Как так вышло? Воу-воу. Помню, когда начинал, взял, пошел на такой корабль один. Одним персонажем. И вот такая штукенция глазастая меня тогда съела. Больше такую ошибку я не допускаю. Так, документы. Скорее всего, здесь не будет тела. New data. Не того выбрал. А где тут? Брис, иди домой уже.
Воу! Коконы. Так, все. Все идут по домам. Первый ждет четырех. Не нашлось здесь человека, мне еще собрать софт скреп. Здесь собираем, но не вывозим. Поехали. Майнить. Можно майнить. Так, Бриса, где ты у нас? Вроде вот здесь у нас дробаши лежат. Ага. Все. Теперь ты не будешь таким бесполезным. Все, у меня постоянно сейчас на штурмы ходил, что ли, таким вот образом? Так, майнеры встают первые, что ли? Так, порция хавки, видимо, пришла. Нет энергии? Вау, пауа. А, просто починить надо было его. Лаванда. Где Марджери? Так, Джеффри, вижу. Ну, он у нас Блин. Документ. Ну, он у нас просто... перетаскиватель. Марджери. Ну, а Дагмар пришел. Мне нужно, чтобы вы кухню разобрали. Эй. Ну, ресурс гиперфуэл. В смысле? А, ну, ладно. Допустим. Допустим, тому не хватает, да? Трансфер. Для гиперпрыжка. Давай, передадим тебе тридцаточку. О, блок. О, блок. Ну, пусть все туда заберут. Немного тоже поскладируется. Сейчас отсюда забираю холл-блоки, значит, производственные цепочки начинают их делать. Возможно, это притормозит мое сальважение. Ну да, рецикл заработали. Кстати, почему она работает? У меня есть лед. А, ну да, я же добыл лед. Марджери, пойдем отдеконструируешь мне. Ну, 75, нормально. 42. 9. Не, хватает, хватает еще. Так, отменяем пока логистику. К этим объектам. Так, а где наш крендель? Он там теперь сидит.
Давайте быстрее, мне нужно забрать и поехать дальше. И желательно, чтобы у меня хватило энергии на вот этот путь. 6, 17, 24. А, хватает. Я что-то думаю, мне там за 50-ку надо. Не, хватает, хватает. В запасе даже вон еще энергии целый есть. То есть можно... Кстати, на том корабле. Но где еще? Потушишь? Молодец. Так, вы что сейчас сделаете? Я отменил логистику до них. Марджери? Стоп, Джеффри? С каких пор Джеффри теперь у нас... Что-то мало за ним замечал, что он... Хотя да. Я видел то, что у Джеффри постоянно идут инциденты при разборе. Точно. Так, кухню разобрали? По-моему, кухню разобрали. Да быть этого не может. Они разобрали кухню, но в ней ничего не было. Да. А знаете что, валим отсюда. Всем приготовиться. Прыжку. Рау Chemicals, там еще один врэг. И допилить этого дядьку. Пойти. Мне бы еще одну бригаду людей, построить еще один такой кораблик, и вообще в шоколаде буду. Врываешься в сектор, двоих пиратов за раз выносишь. В определенный период создаётся впечатление, что игра, то есть, ну как-то ты достигаешь своего предела. Да, ты можешь там дальше там путешествовать. Но в развитии вот постоянно, вот сколько я ресурсов уже собираю, да, там base metals, там тонны и тому подобное. Мне, по сути, этого уже не нужно. То есть у меня через скрэп и через... То есть вот я даже не ставил, чтобы мне steel plates делались. Один раз я поставил, быстро переработал, все. Это производство мне не нужно было. Зато вот эти постоянно, которые отвечают за тег-блоки и энерджи-блоки. Постоянно включен. Так. Все, забрали. Поехали дальше. Все по домам. Не дергается уже. Ладно. Так, скрестили пальцы. Чтобы там сейчас... Стоп, два врека? По-моему, на сигнатурах было один. Так, включаем навигацию. Забираем людей.
Так, не понял. Док. Все, ты погрузил? И будешь первым. Док. Шансы на то, что я здесь найду чувака, удвоились. Блин, документ. Ничего хорошего это не дает. Надежды тают. Блин, кораблики-то маленькие. Иди отсюда. Понятно. Забираем документы. И валим. Куда я этих повез? Я думал, их тоже надо драфт снять. Так, на одном у нас ничего не оказалось толкового. Сейчас выспятся. Слетаем на второй. Там посмотрим. Такой же по размеру, да, такой же. Печалька. Так, не хочу вас отвлекать, но вы мне нужны. Блин. Давай. Это тогда здесь. Нет стыковочного. Ну? Букашки. Блин, еще дата. Еще дата. Nope. Не, не надо стрелять. Не, нет здесь людей. Обидненько, конечно. Уже что-то, уже есть вот там еда. Так, отсальважить. Давай все, кроме инфоскрепа. Же хватает, так ведь? Да. Стоп, стоп. И забирать его не надо. Так, ну здесь они должны быстренько справиться. Если, конечно, на основных кораблях тормозить не станут. Хотя отключено все. Джеффри. Марджери. Так, не вижу ничего дополнительного. Это интересный движок. По-моему, у меня другой, нет? А, нет, такой же. Просто по другим ракурсам.
Полетел в гости. Молодец какой. Пошел в них за растениями. Последил. Разбирать. Все, по сути, система работает. Если, конечно, там сейчас не будет кораблей, которые будут еще... еще круче, то мы спокойно преодолеем. Если не начнут вооружать обычные гражданские, ну, то есть торговые суда, как пиратов, всем будет тип-топ. Так. Проскреп нам не нужно. Не нужно. Еда лишняя не появилась. Ничего не появилось. Вообще смысл был тогда здесь? Софт-скреп. Жить. Ну-ка, здесь кухни не осталось? Вроде нет, да? Так, здесь все разобрали. Да, все собрали, все заразобрали. Возможно, сейчас за текскрэпом слетают. Ноу. Сюда еще одна вылазка. Видимо, завтра будет. Ну, опять в гости полетел. А, нет, просто отправил. Слушайте, у них там не энергия кончается? Нет. Возможно, просто еду передал. Так, как бы мне реакторы куда-то переместить? Возможно, где-то вот над этой стороной, да? Как варик. Продакшн. Пауа. Реакторы. Этой приблудой. То есть за стенкой. 4 будет занимать. И вот так вот. Чуть-чуть выпирающе. Можно оформить. Это раз, два, три, четыре. Одна стенка там на проход. И где-то вот так вот выпирающий, да? Думаю, да. Так, ну-ка посмотрим сразу за температурой. Температура 21, ну это норма. Стоп, что? What? Что здесь греет? Вот, хотите сказать, вот этот... обогреватель в космосе? При открытых стенках? Что-то мне не верится. Так, трансфер забрали, все, забрали все. Где теперь тебя искать? Ты у нас... В какую сторону он сейчас летит? Вот там написано же один врек. Чемп. Сейчас узнаем. Сейчас только мы выйдем в гиперпространство и сразу увидим, куда он летит. Окей. Ага, сюда. Фух! Погнали! Нет, не хочу я скрываться. А, я еще и увернулся.
Отлично. Так, давай как-то поближе. Команда Альфа. Драфт. Сюда. Команда Браво. Драфт. Сюда. Стоп, пауза. Докаешься. Здесь. Докаешься. Здесь. Пиу-пиу-пиу. Не тратьте энергоячейки. Приду, заберу. Щиты в минус. Пошли по корпусу. Марджери, опять вы первые. Смотрим, как долго Марджери не сдается. Еще не все. Вот теперь все. Так, что вы можете предложить за свою свободу? Это все? Нет, спасибо. Так. Команда Альфа сюда. Команда Браво. Давайте вот это прочитаем. Нет, не надо мне наружу выходить. И Джеффри. Джеффри, ты там сильно коцанный? Иди тогда домой. Так, что у нас за добыча? Ну, блин, ну они все какие-то ни о чемные. Вот с ними торгуешь, да. Там еще что-то хорошее довыльется из этого. А вот так вот. Ощущение, как будто, блин, стандартный набор и все. Сколько наших дней понадобится, чтобы разобрать? Прям какой-то тихий сектор у нас получился. Два корабля. Окей. Кстати. Идея. По поводу... У нас много же мяса, так ведь? Сделать отдельную локацию для людишек. Хотя зачем делать отдельную локацию? Вот. Вот тебе и локация. Продакшн. Здесь делаем, не знаю, кухню. Не, ну ладно, кухню. Кухню надо где-нибудь вот здесь сверху еще откопать для нее специально. И... ну, как заделать.
чтобы, если что, она загорится, вот, через вентиляцию, ну, вообще не пускать. Да, 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 да. Шип. Сколько там было? Где-то 4. 4, 3 на 2. Ладно, где-то так сделаем. Поставить койки и, слушайте, все, у нас будет тюремный корпус. Карцер. Так, температура. Температура 16-15. Начинает проседать. Здесь сейчас начнет мерзнуть. Гликерия. Зачем подожгли? Ой. Не потушил. Так, где у нас скрабер? Скрабер у нас здесь. Значит, открывать в ту сторону. Что-то я не понял. А, в те степи тоже успела, да? Все. Так, так что, как у нас получается, продакшн, ресурсы, крю, сити, китчен. Так, здесь, не знаю, ничего не буду, какие-то джукбоксов ставить пока. Ship wall, то есть, отделаем их стеной. Здесь будет дверца. Блин. Здесь будет дверца. Так, по энергетике чё? Пауа. Ну, давай вот так. Как раз будет задействовано все. Так. Здесь нужно будет еще выставить им... туалет. Сколько здесь? Три ячейки, да? Три ячейки. Значит, туалет, например, размещаем вот таким вот образом. Делаем ship wall. Почему нельзя здесь ставить? Move. Давай немножко сместим. Здесь будет дверца в таком случае. Так. Production. Ресурсы. Facility. Раз. Стоп. Что не так? Can I build? А. Все не ладится там. Так, ну ладно, пусть там будет. Нам надо еще одну койку тогда будет раскинуть. Так, можно же все увеличить скорость. Зачем медленно? Да блин, чертово освещение. Так, ну, допустим, пока на шестерых. Хотя вот так можно сделать уже на восьмерых. Если что, вот сюда сейчас пробуримся и сделаем расширение, да? То есть теперь как? Ship, нам нужна зона, permission, то есть доступ, да? Доступ вот. У заключенных. Туалет, медицина, хавка. А, блин, да, да. Шип. Пул.
Слушайте, а вот зачем мне вот эта вот зона тогда? Ну-ка, мув. Делает. Так, что с разграблением-то? Еще не все. Блин, я их, походу, занял работой, да, здесь? Шип, вол. Не знаю, возможно, двери напрасно сразу так ставлю. Или реактор я смогу подобрать. Ну-ка. Подогнать красиво. Пауа. Дверь. Ну, дверь. Вот эта дверь уже нормально становится. Так. Здесь потом проход. Даже можно так сделать. И сзади вот как раз будут эти аккумуляторы. Да. Тогда есть production ship wall. Здесь сделаем. Это вот на таком расстоянии. Уже стенки, двери. Норм. Сойдет для сельской местности. Сейчас еще здесь температура потом начнет падать. Крюв. Гарнитура. Влазит? Влазит. Здесь, например, здесь будет... Нам не нужна же эта особо стенка, так ведь? Ну вот, красиво вот так вот. Опа. Опа. О. Отлично. Взяли хавку, пришли, похавали. Все. Тип-топ. Единственное, поставить его кормежкой мясом. Человеческим. Чтоб не повадно им было. Так, ребят, давайте, дособирайте. Нам вылетать уже пора. Так, два топлива новых. Кухню разбирали? Ну что, спорь, нет. Бух, там столько кровищи. Так, походу надо немного пересмотреть систему подключения. Кухня. Settings. Вот, кстати, смотрите, у них углеводы, там витамины, да, то есть каждая. Стоп, подождите. А, вот еще протеин и жиры. То есть пища должна быть сбалансированная. Ну, прям-таки, как человеческое мясо. Белки. Белки и жиры в инопланетных. Странно, чего мне не хватает? А, как раз таки софт скрепа, да? Блин. Надо было потом выставлять. Хотя когда потом? Никогда нет времени на постройку. Всегда нужно что-то скрабить. Если не нужно скрабить, значит надо просто отсюда сваливать.
Как раз заодно проверим, есть ли возможность перевербовать на свою сторону. Так, кстати, почему там у меня должна быть дверь? О, интересно. Production Power. Я, допустим, сразу. То есть у нас крабер здесь, и чтобы отсюда... Единственное, что может загореться, это она. Вентиляцию просто сразу перекроем, да? Сразу ее перекроем. Блин. Ноу! Чутка совсем подвину. Вдруг она загорится, тогда скрабер сразу заберет весь газ. А вентиляцию просто тупо не будем открывать. И проблема сразу решена. Ну, хоть кто-то пришел. Что уже сделали? Так, еще топливо нашли. Кухню еще не разобрали. Так. Пока не подключены. Мне сейчас, возможно, придется немного... запариться. Нет, так я не посмотрю. Значит, надо просто подключить. Так. И отключить. Move. Move. Ну так вот. И сейчас здесь посмотрим, сколько нодов не хватает. Мы production power. Ну тут буквально одного и не хватает. Давай вот так вот поставим. И залинкуем. Так, теперь аккумуляторы. Раз. Два. И три. И... Нет, не работает. Значит, все-таки всю цепочку не подключил. Вот так. Все. Правда, здесь темно стало теперь. Так, ну ладно, залог у нас задел, скажем так, на жилье для заключенных есть? Есть. Реактор переразместили? Переразместили. Комфорт у нас какой сейчас тогда? Ну, да, он замкнутый теперь. Теперь вот надо посмотреть, вот, ну да, шаттл, ангар. Ну вот они не особо то, чтобы много дают. Вот ангары. Надо еще ангары куда-то запереть. Ну, поды. Да, вместе их. Вместе где-нибудь спрятать. Нормальный, чистенький будет у нас кораблик. Это еще что такое? Вот опять сбоило. Аккумуляторы тоже заряжены.
Че он постоянно сбоит? Вон, целый сектор. Так, подожди. Ну-ка. Если мы попробуем тебя не через одну линию, да, здесь подключить. Допустим. Блин, а как это сделать? Форт Пава. Жалко точку. Ну, ладно, линки. Так, допустим, мы хотим сделать не так. Да? А вот так. А. Ха-ха-ха. Не знаю, как-то вот через такой дублер проведем. Цикле. Блин, этот не цепляется за эту. Вырубает. Линкс. Все равно, значит, вряд ли влияет. С чем тогда связано это дело? Если так. Скорее всего, надо еще просто третий реактор ставить. Всего-то. Так, хватит уже пристыковываться. Успокойся, иди отсюда. Так, воду забрать. Инфра. Тоже забрать. И все, да? Да. Еще Energy Scrap немного останется. Главное, что кухню сделали. Шесть хавки. Это у нас двое суток, я так понимаю. Нет, стоп, почему двое суток? У меня всего шесть человек. То есть это одни сутки. Удержаться. И серьезно, смотрите, у меня вроде переставил немного. Может, здесь проблема в цепях? Вот с этими... Давайте крутанем здесь. Циклим. Так, а если вот это обломать, здесь соединить. Вот это обломать, это соединить. А? Норм идея. Скажем так, не последовательно, а распараллелили. А то реально, вдруг здесь работает, то есть не работает система два последовательных реактора. Один выдает огромное количество энергии и упирается в этот, потому что тот не принимает. Смотрите, просадки по электричеству перестали. Хотя сейчас, возможно, когда начнут
Не начну, да? Все вроде добрали. Воду еще заберите. Да, все засальважили. Забрал воду? Молодец какой. Так, ну что? Все, по сути. Готовимся к прыжку. Гипер-ячейки там тоже должны быть заряжены. А, сижу, жду. Пока навигационники заработают. Что в обратную дорогу? Путь не близкий. Вот почему здесь постоянно срывает? Так, нормально. Сразу зарядите. Потому что мы продолжаем наш путь. Юпрайзенер. Откуда они вообще здесь? У нас заключенных-то поблизости нету. Сообщение такое выдается, когда только берешь заключенных. Так, и сейчас, наверное, я прыгнуть не могу, потому что у меня еще... Да, у меня еще не все эти оплачены. Оплачены. Раз, еще две остались. Там еще две не готовы. Так, ладно, давайте, наверное, тогда на этом сейчас мы закончим. Я тоже долечу до вот этого, да, сектора. Потом уже и продолжим. Ух, всем спасибо за просмотры. Надеюсь, вам понравилось. Теперь пойдем в следующей серии уже, наверное, за рабами. Будем, не будем их сразу кидать на мясо. Посмотрим, как они живут в нашем вольерчике. Ну... Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. То я с вами прощаюсь. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Зарядились. Молодцы. И там зарядились.